Новый виртуальный концертный зал открылся в Доме культуры «Княгинин». Он рассчитан на 50 мест, новое оборудование было закуплено в рамках нацпроекта «Культура». В виртуальном концертном зале можно смотреть как записи концерта, так и прямые трансляции. Это уже 14-й концертный зал в Нижегородской области. В этом Доме культуры есть все. Он уже комплексно, абсолютно имеет полноценный продукт, разнообразный для разных категорий, разного возраста. И действительно большое количество клубных формирований, творческие возможности, развитие всех граней таланта нашей молодежи и детей. С удовольствием смотрю, что сейчас в каникулярный период дети посещают все направления. Сейчас прогулялась по Дому культуры и хореография, и фотолабораторию, и всевозможные концертные здесь студии, которые есть. Поэтому, конечно, радует. Это творческие возможности, потому что это точка притяжения. Это действительно развитие нашей талантливой молодежи и детей.